12 января 1898 года родился Борис Зон, театральный режиссер, заслуженный артист РСФСР. Он появился на свет в городе Сызрани, в семье интеллигентной, но далекой от искусства. Родители Зона отправили его учиться в Москву, где он поступил в коммерческий институт, а затем на юридический факультет Московского университета. В 1918 году, не окончив университета, Борис уехал из Москвы. После революционной России возникло множество молодых театральных коллективов, ярких, новаторских, свободных от классических форм. Зон колесил по стране с передвижными труппами. В 1920 году, во время поездки с одним из таких театров, Борис оказался в Петрограде, где произошла встреча, навсегда изменившая его жизнь. Он познакомился с Александром Брянцевым, основателем одного из первых в стране театра для детей. И в 1924 году Зон поставил свой первый спектакль «Похождения Тома Сойера» и стал ведущим режиссером Ленинградского театра юных зрителей «Тюза». Борис Вульфович был одним из первых постановщиков произведений Евгения Шварца, а также первым педагогом, принесшим в Ленинградскую театральную школу систему Станиславского. Под его руководством начинали работу в театре актеры Павел Кадочников, Николай Трофимов, Зинаида Шарко, режиссер Лев Додин. В 30-е годы Зон – один из самых успешных театральных режиссеров и педагогов Ленинграда. В неполные 40 лет он – заслуженный артист республики, орденоносец, профессор Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, ЛГИТМИКа. В 1941 году Зон выпустил свой третий студенческий курс. Его ученикам предстояло пополнить яркую труппу организованного им нового ТЮЗа. Но в июне 1941 года началась война, и новый театр эвакуировался в Новосибирск. Позже его закрыли. Зон очень тяжело переживал закрытие своего театра. А в 1950-е годы Борис Вульфович полностью посвятил себя ремеслу, которое более всего ему удавалось – театральной педагогике. В 1960-е Зон – признанный мэтр театральной педагогики, заведующий кафедрой актерского мастерства ЛГИТМИКа. Летом 1965 года Борис Зон выпустил последний в своей жизни актерский курс. В архиве петербургского телевидения хранится уникальная пленка. Это киноверсия дипломного спектакля последнего актерского курса Бориса Зона. Единственная дошедшая до нас работа мастера и его учеников.